Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба Трейдеров Картель. Сегодня разберем одну из моих самых любимых торговых ситуаций. Это вход с ретеста в продолжение движения. Ситуации бывают разные, как глобальные, так и локальные. Самое главное – дожидаться формализованной точки входа. Разберем на примере монетки RETS. Там была такая у нас интересная ситуация, но сначала по порядку. Нам для того, чтобы торговать ретест, как всегда, нужен уровень. Да? Нам только от уровня можно заходить. То есть там, где происходит ретест, нам нужна какая-то опора. Опора может быть историческая. Например, мы падали, как было вот на примере монетки RETS, я покажу. Мы падали, пробивали уровень, и потом там далеко гуляли внизу. И вот спустя время мы выходим в предпробойную плоскость, да, в лонговую. И здесь начинаем ожидать точку входа. То есть с момента, когда цена пересекает уровень, вот здесь начинаются лонги. Дальше только лишь терпение, да, и дисциплина. Всегда ждем точку входа. Первым подходим, мне не понравилось, как мы подходили к уровню, и мы завалились под... Здесь под уровнем ничего интересного не было, да, такое агрессивное поведение входа в продолжение движения. То есть торговля по тренду заключается в поиске тех или иных формаций и торговля в продолжение. То есть коррекция может быть и до уровня, она может быть и глубже. И здесь можно агрессивно тоже смотреть точки входа в продолжение, но так как в основе всего уровня, да, то и торгуем в принципе от уровня, а не локальные ситуации. Хотя локальные ситуации тоже бывают весьма и весьма интересные. Значит, вот этот выход второй, то есть если это все мы расцениваем как ложный пробой, мы должны туда вот дальше вниз валиться. Если этого не происходит, нас подтаскивает обратно к уровню, то есть мы можем предположить, что тот, кто там внизу цену удержал от дальнейшего снижения и толкнул ее, да, в какой-то момент проявляет, да, свою активность и удерживает цену уже в откате. Для того, чтобы от уровня торговать продолжение, нам необходимо здесь дать какую-то наторговочку для того, чтобы поработать пробой. Но на монетке RETS, да, вот этой ситуации не было, и мы уровень прошли. Уровень пройден, ждем ретест. На ретесте ключевым моментом будет эта малая волатильность. Бывают ретесты быстрые, то есть мы быстро пришли, быстро ушли. В такие моменты это торговля сродни быстрому ложному пробою, да, то есть входы сразу на возврате. Агрессивно, проблематично довольно часто подобрать торговый объем, потому что в случае расчетного стопа и неглубокого ложного пробоя нам необходимо объем увеличивать. То есть мы входим раз, а объем у нас маленький, потому что мы можем поставить стоп гораздо-гораздо ближе. И в этот момент нужно докидывать объемы в позицию, а если мы быстро убегаем, то у нас размазывается точка входа. Ну и, в общем, это такая ловля блох, что говорится, да, нужно быстро-быстро действовать. А вот когда у нас в момент ретеста малая волатильность, здесь цена стопорится, то мы можем прятаться за саму наторговку и входить с очень коротким стопом, что обеспечивает наилучшее соотношение риска к прибыли. Первичный импульс, да, вот туда можно потянуть. Вот этот импульс обязан быть обновлен, если мы торгуем, да, трендовую историю. То есть это у нас глобальная картинка широкая, а это уже более локальная. И вот эта более локальная картинка, мы должны здесь обновлять этот экстремум. Если происходит обновление, то, по сути дела, мы можем уже фиксироваться. Ну а далее, как понесет. RETS понесло очень и очень бодро. Фиксировался я многократно. Так. Пойдем на график. Еще хотел остановиться. Такой момент. Есть сложности. У некоторых пропал вот этот скринер криптовалют, по которому мы здесь удобно сортируемся по объемам. Добавили такой вот дурацкий. Он не то, что нам нужно. Да? Здесь есть скринер криптомонет. Здесь совершенно другие показатели. Для того, чтобы вот этот скринер найти, если у кого-то пропала кнопка, идем на кнопочку «Домой», то есть у вас должна открыться страница, которая открывается, если вы заходите с веб-терминала. То есть, когда вы проходите, как это называется там, когда вводите логин, у вас открывается вот такая вот страничка первая. Здесь есть вкладка «Продукты», «Скринеры» и называется «Криптопары».
и открывается в отдельном окне большой вот этот скринер. Его можно оставить здесь. Единственное, что, чтобы он ресурсы не поджирал, здесь есть кнопочка «Обновить», и рядом с ней три точки. Нужно поставить флажок «Обновлять вручную». То есть, когда вы будете делать домашку и отбирать монеты, один раз обновили, и у вас все здесь обновилось. Накидали, и, в принципе, он до следующего отбора не нужен. Но я так понял, что возвращается вот эта кнопка. Но если вдруг пропала, то так можно подействовать. Значит, это то, что мы сходили. Панелки зеленые все любят. Поэтому оставим. Есть, да, у нас уровень здесь по касаниям. В подходе также было касание. Плюс неглубокие ложные пробочки. Их обязательно отмечаю. И был у нас там выход вниз. Так как мы падали довольно-таки быстро, я предполагал... Ну, сейчас... Здесь две абсолютно одинаковые ситуации. И в первый нас провалили ниже, а во второй вытащили наверх. Вот это местечко я рассматривал на ложный пробой. С учетом быстрого подхода нас там завалили под. И можно было поожидать движение в обратную сторону, но не пошло. Нас провалили далеко-далеко вниз. Значит, вот эта картинка и вот эта картинка, они абсолютно одинаковые. То есть мы упали, даем откат, верхняя граница отката. И можно работать туда дальше лонг. Но утащили дальше вниз. И здесь у нас следующая остановка. Опять мы упали. Откат. И первое предположение было отсюда, но благополучно точка входа была упущена. И волатильность была хорошая. Тут такое движение. Практически x2 дали. В общем, очень-очень сильный. Дали такой заходной импульс. Затем, да, у нас идет возврат к уровню. И вот здесь мне не понравилось. То есть здесь большая волатильность. Никаких консервативных точек входа нет, никакого снижения волатильности нет. И в итоге нас провалили вниз. То есть вот к этому, да, к этому импульсному ходу, вот к этому, это такой получился довольно глубокий откат. Вот этим движением вниз мы здесь еще и выбили тех, кто стоял в лонг, ну, возможно, да, прячет свои стопики за откатиком. Всех выбили и далее обратное движение. Хвост сложного пробоя, вот тот, который я показывал, здесь нет такой хорошей картиночки, да, то есть недолго мы постояли и убежали, и волатильность тоже не такая уж была здесь и низкая, то есть если здесь заходить со стопом за откат, это там порядка 3,5%, это нам нужно, чтобы до хая было хотя бы 4 стопа, то есть это, ну, процентов 16-17 сюда было бы неплохо, а тут всего 14. В общем, этот момент, тем более еще и ночью, да, но... В общем, он был упущен. И вот вторичный ретест. Упали мы на уровень и маленькая-маленькая волатильность. В момент малой волатильности, ну, я не думаю о том, открывать сделку или не открывать. Я вижу свою формацию и можно пробовать заходить. То есть, если там поконсервативнее сюда за откатик, если более агрессивно, можно стопик еще короче поставить. То есть, в данном случае можно получить отличное соотношение риска к прибыли. Вот этот вот первичный, да, к этому импульсу первичная остановка, здесь мы не достали. Но так как пройдено много, фиксации были обязательно, и на возврате я еще добирал немножко позу, и получили вот такое вот симпатичное движение. И этот излом обновили. Ну и потенциал хода 50 к 1, это такое, ну, редкость, но бывает. Естественно, да, не подумайте плохого, что полным объемом такое движение пересидеть. Но это если во сне только, да, можно открыть, уснуть, проснулся, а у тебя там уже прошло 30 к 1, условно. То есть такие моменты нужно фиксироваться обязательно по мере движения. Сейчас там позиция до сих пор остается открыта. Копеечку оставил просто поколлекционировать большие зеленые панелки, если вдруг мы здесь полетим еще куда-то выше. Потому что на дневке картинка такая, что мы провалились ниже дна и нас вытащили. И то есть потенциал движения тут такой размашистый. Надеюсь, что биток поможет. Посмотрим, в общем, как это будет. Суть вопроса, да, что в момент ретеста обязательно... Почему я здесь не входил? Потому что здесь большая волатильность. Когда есть на уровне малая волатильность, и мы видим, что нас держит, и у нас отсутствует поджатие. При наличии поджатия обязательно дожидаемся выравнивания, и тогда можно пробовать заходить. Можно пробовать и лимитным ордером от уровня, ну, либо понаблюдать. И вообще, да, для тех, кто досмотрит до конца, будет
мини-бонус. Когда ломается картинка, то есть, например, мы падаем, падаем, откат, и вот когда можно начинать смотреть лонговые позиции. Нам необходимо дождаться хоть какое-то проявление, да, хоть какой-то заходной импульс. Если он есть, после этого формируется откат, и мы закрепляемся выше, да, вот этого отката, там даем какие-то картинки на продолжение. Вот, то есть только лишь здесь можно более или менее консервативно искать точки входа. Потому что многие, ну, опять, да, базовые знания, там, какие-то видео, да, там, ознакомительные про рынок Форекс, про рынок акций, все говорят, вот вы видите график, все, что вам нужно, это здесь продавать, здесь покупать, и вот на этой разнице кататься. И вот эти картинки, они очень глубоко откладываются в подсознании, да, то есть самая-самая вот эта первая информация, внизу покупай, потому что дешево, а наверху продавай, потому что дорого. И на разнице зарабатывай. И у многих в трендовых движениях каких-то, да, возникают попытки вот это вот дно нащупать, да, то есть вот эти попытки купить здесь. Закончится это однажды печально, если вы заработаете, и заработаете много. Печально потому, что это очень сильно отложится в подсознании, и в будущем вы будете эти же самые места пытаться ловить, потому что вы будете помнить, что у вас получилось это поймать. Ну и по классике я всем показываю заготовочку, если вам показывал, то извиняйте, кто не видел, я думаю, будет полезно. Есть такая замечательная компания фармацевтическая, Esperion Therapeutics, и вот она когда-то стоила $120, а дно у нее было 9,50. И то есть отсюда сюда 92% движения. И вот спустя время мы с $80 падаем на 9,50 и отдаем еще раз 90% стоимости акции. И вот это что, дешево? Это нужно покупать. Для тех, кто покупает дно, вам второе дно в подарок обязательно. И в данном случае мы вниз сходили еще на 90%. И вот эту картинку можете себе распечатать, положить, да, что вот визуально такое огромное расстояние, здесь 90%, и уже не такое уж большое, но еще 90%. Особенно те, кто торгует без стопов, то есть там, например, ну, как активное инвестирование, да, позиционная торговля акциями, и вы покупаете потому что дешево, а не потому что там хорошая какая-то картинка лонговая складывается вблизи дна, либо там ниже дна, то есть как угодно. Но вот факты говорят сами за себя, да, такой вот обвал стоимости, он может продолжаться условно, ну, неограниченно, особенно на рынке криптовалюты, где монетки обесцениваются до той степени, что вот, ну, RETS, например, на Binance котируется как 1000 RETS, то есть монетка настолько дешевая, чтобы здесь не было много-много нулей после нолика, да, вот они котировку сделали такую 1000 RETS. Вот, поэтому стопы, стопы, еще раз стопы. Используйте стопы, и будет вам профит. Все, всем удачи, пока-пока.